Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня какой-то уже пятый день на Тайване. На некоторых серваках на ICE еще вообще нету, насколько я знаю. Здесь уже пятый день, новая локация идет. Я не знаю, какая ICE будет потом догонять. Ну, поехали. Посмотрим, что у нас добавили на пятый день. На четвертом уже было интересно. Нормальные топовые герои подобавлялись. Сейчас посмотрим, что у нас сегодня. Ну, такое, L1, L2, L3. Состав тот же самый, я беру тыковку. Или дяху. Так, кто у нас там? 30-я левела, тыковка разогналась, все. Самое главное, что вот тыковка под разгоном вообще просто шатает всех. Единственное, когда две дорожки, вот минус, и герои выбегают с бегом, она не успевает. Ну, когда у нее баф пропадает, и когда у нее нормальный баф, вот как час на разгоне, без проблем. Первые левела, как видите, проходятся очень легко. Минотаврик. Видите, правда? Ах, класс. Поставили лайк, кто оглох. Так, поехали дальше. Ну, вы знаете, что надо писать. Душики. Ну, карта, в принципе, вот эта вот несложная. Она длинная очень. Поэтому тут можно поставить ледяху, например. Тыковка разогнала, но все равно 5 пропустила. Гарпии пошли. Леди Лео. Так, нормально. О, ниндзики. Пока только 5 мы пропустили. Варлоки с бегом. Видите, без проблем. Сто девяностый здесь. Пропустили мы его. Пусть добегает. Я не знаю, тыковка или тяха, мне кажется, здесь это самые основные. Разгон тыквой и плюс ледяной, вы можете кого-то просто поставить в конце. Вот летяху, левел здесь не обязательно качать, в принципе. Ничего сложного нет. Поехали на максимальный левел, посмотрим. Опять то же самое, видите, две дорожки. То есть ничего такого нового нет. Но тут, наверное, тыковка одна не справится сейчас. Посмотрим, кто тут у нас. Дрейки пошли. Ну, немножко попропускала. Начала дальше ловить. Ну, 5 штук пропустила. Так, одержимые. Гарпия. И медузки. Ну, что-то как-то слабоватенько, честно говоря, как для данного этапа. Все-таки было вчера поинтереснее, там и землеройки были. Было бы, знаете, что круто, чтобы они били, а так и не получается. Они просто пробегают, и как бы проблем с прохождением вообще нет. Но это пока только первое, а дальше будет веселее у нас все-таки. Ледяха, смотрите, что ледяной делает. Просто топчик. Ну,
Он один раз ему хватает, чтобы один раз просто. Ого, нифига себе, посмотрите, сколько он в стане стоит. Офигеть. Посмотрите, сколько он стоит в стане. Тыква-то у нас со скином и как-то пофиг, а он реально станется очень жестко. Странно. Ну вот они его вдвоем замедлили без проблем. Но стан, конечно, он словил офигенный. Я не знаю, чего вдруг. Сейчас еще разок попробуем. Ну, смотрите, как в стан влетел. Вот опять в стан. Смотрите, эти бегут, и не бегут. А, он просто не достает. Демон уже прошел. Демон прошел, а эти еще стоят замороженные все. Вот он заморозил наконец-то демона. Вот опять стан пошел, видите? Демон уже дошел. Ну, веселая, конечно, картина с ледяхой. Смотрите, насколько он не то чтобы замедляет героя, он еще замедляет процесс прохождения, потому что они просто тупо не идут. Я офигею. Мы еще даже можем сейчас в минуту не вложиться. Пока он до тыковки все дойдут. Это просто жесть. Посмотрите, насколько он замедлен. Мне кажется, что таким темпом мы можем во время не вложиться просто. Еще минута, он сейчас просто на разгоне их. Прикольно. Вот, начали идти. Опять сейчас даст им замедление. Но видите, он получает стан, когда атакует. Походу там ярость небес на них стоит. Только так. Вот опять, смотрите, под разгоном он их натащил. Все, они просто стоят на месте. Они еле-еле двигаются. Офигеть. Восемнадцать секунд осталось. Восемь, шесть, пять, четыре, три, две, одна. Жесть. Ну, прикольно. Не знаю, мне нравится. Режим, конечно, веселый, прикольный. Посмотрим, что дальше. Самое основное, его надо каждый день фармить, чтобы забирать эти перки для прокачки. Всего так. Смотрим, что у нас интересного есть. Карты. Остров. Пирата мы смотрели вчера вроде. Так, больше вроде ничего не поменялось. Набор за самик. Бардик. Какое? Ничего такого сверхъестественного и нового нет. Так, окей, поехали, откроем. Там у нас уже по 3. 12. Тридцать.
и 27. Итого, сколько у нас уже собралось на пятом дне осколков? Девяносто пять. Ну, половина, считайте. 5-10, как раз на 11 дне мы дособираем. Вот так вот. То есть надо всего лишь 11 дней, и герой собран. Ну, либо ролики. То есть вариант каждый выбирает сам. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.